туда попасть по всем... А, нифига себе! Тихо-тихо-тихо, я боюсь, нифига себе, башня только что упала. Башня упала, вы это видели? Башня просто разрушилась на моих глазах. Я затарился, у меня сейчас какая-то... Это что такое? Вы посмотри, вы видали? Это был какой-то невероятный взрыв. Я не завидую вот этой башне. Смотри. Нифига себе! Вы это видели? Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромзи, добро пожаловать в Roblox, и знаете, что это за режим? Читайте по словам, симулятор, разрушение аниме. Наша задача в этом режиме с помощью своей суперсилы уничтожать и разрушать все на своем пути, зарабатывать за это всякие детали, продавать и улучшать свою суперсилу. Но перед тем, как я начну это делать, друзья, обязательно поставьте лайкусик, подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны, и главное... Не забудьте нажать на колокольчик, а я погнал. У меня есть сейчас молния. Я фигачу в это здание. Это у нас какая-то аниме-башня. Мы с вами зарабатываем вот эти кубики. Продаем и покупаем за это улучшенную свою силу. Улучшаем свой рюкзак и становимся сильнее. Смотрите. Моя следующая сила стоит у нас сколько? 150 юаней. У меня как раз таки, ребята, как раз таки есть столько денег. Я выхожу. У меня получается радиус взрыва стал немного немножечко сильнее, но у меня рюкзак всего лишь на 25 деталей. Мне нужно будет немножечко сегодня прикупиться. И, кстати, у меня есть кодик, называется Destroy 1K. Мы вводим, получаем бустик и получаем еще деньги, ребята, на халявку. Так, нифига себе, вы видали? У меня вместо молнии появился какой-то огромный куб, который я бросил и уже забил рюкзак с одного удара. Как это работает? Подожди. Так, бросаем куб еще один. Офигеть, вы это видели? Мне нравится этот режим, мне нравится. Я просто, у меня какая-то появилась невероятная суперсила. Я бросаю каменюки, и я зарабатываю деньги. Так, у меня есть 330 денег. Мы можем увеличить свой рюкзак теперь за 125 юаней на 250 вместимости. Мне нравится, мне это нравится. Так, у меня сейчас какой уровень? Нулевой уровень, я должен еще и прокачиваться. Так, бросаем, у меня теперь рюкзак побольше. Так, перезарядка, перезарядка. Если бросить вот сюда, интересно, я смогу... О, четвертый уровень! Интересно, я смогу разрушить эту башню, то есть так ее развалить, чтобы она просто упала. То есть мне нужно снести все вот эти платформы и... Да-да-да-да-да, вот, все правильно я делаю. То есть мне нужно попасть по всем... А, нифига себе! Тихо-тихо-тихо, я боюсь, нифига себе, башня только что упала. Башня упала, вы это видели? Башня просто разрушилась на моих глазах. Я не знаю, кто это сделал, наверное, тот чувак, который бегает здесь. Но спасибо, дружище, я хотел сделать это сам. Явно у него силы очень много. Фига, меня то, что пришибнуло. Пятый уровень. Да, у него явно сила какая-то очень крутая. Так, у меня сейчас в рюкзаке 178 деталей. Подождите, мы сейчас заполним. Так, 209. Я хочу сделать 250. Ну и, конечно, вы понимаете... Нифига себе, не меня шибануло. Так, еще один удар. Еще один удар. Бум! Так, а где детали? Нифига меня откинуло. Так, у меня есть 862 юанчика. Мы идем сюда. И, наверное, что сделаем? Здесь у нас сила. Так, за сколько она стоит? 750 юаней. Не знаю, что это такое. Explosion 25. Я купил какую-то новую силу. Я не знаю, что она делает. Давайте проверим. Где? То есть у меня сейчас какой уровень? Не показывается, да? Показывается. Не показывается. Ладно, неважно. Я не вижу, где... А, все, внизу. Какой? Нифига себе! Вы это видели? Вы это видели? Какой-то лазерный луч. Я получил какую-то невероятную суперсилу. Я прокачиваю за это... Опыт, смотри, 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 просто взрыв огроменный. Вы посмотрите, как я фигачу. Бум! Мне нравится этот режим. Я люблю все разрушать. Если, кстати, вы тоже, ссылочку на игру всегда оставляю в описании, поэтому не стесняйтесь, заходите. Седьмой уровень, кстати, с 10-го у нас открывается новая локация, и мы можем разрушать еще больше, зарабатывать денег и детали еще больше. Так, я снова завел рюкзак, у меня есть 914 этих золотых юаней, или что это такое, кстати, я могу их себе прикупить. Стой, подождите секундочку, я же могу их себе купить, а сколько стоит?
100 тысяч, посмотрите! За 119 робоксов я могу купить 119 тысяч. 250 тысяч денег, ребята, я богат. Я богатенький. Так, ой, мне не надо сюда, мне нужно в магазин. Мне нужно срочно в магазин. Так, нужно сразу увеличить вместимость. Давай, за сколько мы купим? У нас 250 тысяч. Давайте вместимость сделаем себе за 50 тысяч. Мне кажется, будет достаточно. Дальше у нас есть сила. Сила, смотрите, демон Ice Sword. Вот такой. Фаербол. Дальше. Синий фаербол. Дальше. Мини фаербол. Ого, нифига себе. Мини-синие фаерболы стоят 65 тысяч. Нифига себе, энергетическая бомба, ребята. 90 тысяч стоит. Деструктивная бомба. 150 косарей. Называется End. Сильный сюрикен. Но у меня столько денег нет. Так, давайте возьмем себе вот эту штуку за 150 тысяч, чтобы это не значило. И выходим. У меня сейчас мега супер сила. Если я сейчас бахну, это будет нечто. Итак, я затарился. У меня сейчас какая-то... Это что такое? Вы посмотри, вы видали? Это был какой-то невероятный взрыв. Если я сейчас дойду вот сюда, внутрь этого здания, и жахну этой суперсилой, что произойдет? Что произошло? 11 уровень! Я разнес пол здания. Посмотри, перезарядка очень долгая, но я просто разнес пол здания. Что произошло? 13 уровень. Так, мне нужно вернуться... А как мне вернуться? Вот, кнопочку Sell нажимаем, и где 10? Вот, у меня сейчас уже 12, здесь 10 уровень, здесь какое-то новое задание нужно будет разрушать. Что мы должны будут разрушать? Вот этот обелиск? Офигеть, мы разрушили обелиск с одного удара. Здесь еще какая-то башня. Мне кажется, здесь мало чего можно разрушать. Но я хочу вот эту башню. Я хочу подойти к этой башне и просто разочек по ней жахнуть. Так, давай. Разнесли. Ребята, разнесли. Она восстановилась очень быстро. У меня, кстати, перезарядка скилла очень долгая. Знаете, что меня еще волнует, ребят? Меня еще волнует, что здесь у нас есть кое-какие штуки. Это геймпассы. Так, бег, аура, VIP, X2 опыт, разблокировать все зоны, X2 иены, золотой нимбус, X2 блоки, хаос, вы посмотрите, что здесь есть, бесконечный рюкзак, Purple Destruction за 2000 робоксов, я просто обязан это купить, ребята, давайте так, все, кто сейчас смотрит, стоит по лайку, интересно, сколько там сила взрыва, просто сколько сила взрыва, так, это самое сильное, да, сила взрыва 50 тысяч, сильнее просто нет в игре. Ребят, давайте так, каждый, все сейчас ставите лайки, а я захожу вот сюда и покупаю вот этот геймпасс за 2000 робоксов. Давайте. Это фиолетовое разрушение. Просто жесть. Мы купили. Мы его купили. По идее, мне нужно теперь зайти в магазин и его одеть, если не ошибаюсь. Так, одеваем. Ребята, вы готовы? Вы готовы? Я иду в первую локацию, у меня сейчас будет фиолетовое разрушение. Я не завидую вот этой башне. Смотри. Нифига себе! Вы это видели? Что это было? Вы посмотрите. Просто жесть, ребята. Просто жесть какая-то. Это какая-то имба. Я разрушил просто пол карты. Давай, смотри. Соединяются две сферы, и я разрушаю все на своем пути. У меня 17 уровень. Давайте, мне сейчас, наверное, скорее всего, нужно 20-й. 18-й. Меня просто отбрасывает от моей суперсилы. Камон, пацаны, что там пишут? Что там пишут? Join, break, block, strip power. Что-то пацаны пишут. Так, давай, пошла силища. Минус башня. Минус башня. Еще 10 тысяч я нафармил. У меня уже 18 уровень. А что это такое? А что это такое? Так, мы должны были сейчас подобрать. Я не знаю, я что-то подобрал, ребята. 10 минут, x2 иены, это то, что нужно. То, что нужно, спасибо большое. Так, какой уровень следующий? Так, поехали, я хочу посмотреть, какой уровень следующий. Так, у меня 18-й, здесь у нас закрыто, здесь закрыто. Класс 3-й, купить зону, сколько нужно потратить? Робоксы? Вы чё, серьезно? Вы чё, серьезно, робоксы? Подожди, а где? А где зоны? А, не в ту сторону поехал. Не в ту сторону, это новые классы. Дальше, мне нужно вот сюда. Мне нужно... Ха-ха, я не туда поехал. Я пошел в донатную зону. Так, здесь у нас 10 уровень. Может быть, есть за 15-й? Так, это какой уровень?
Это 30-й, это 20-й. Нет, все-таки нужно 20-й уровень прокачать, ребята. Значит, идем в зону номер 10 и добиваем буквально 2 уровня с моей просто колоссальной, катастрофической силой, с которой никто не сравнится на сервере. Тащили, ребят. Перезарядка очень долгая. Перезарядка очень долгая. Ничего, чувак тоже здесь пытается что-то бить, но с моей силой тебе не сравнится. Пипец, меня просто откинуло фиг знает куда. Что с мной происходит? Мне плохо. Ребята, мне плохо. Ха, у меня просто игра залагала. У меня просто лагает игра. У меня глючит. От таких взрывов у меня просто все очень плохо становится. Так, а здесь еще есть какие-то дома. А что если мы разрушим вот этот дом? Мама родная, вы видали этот взрыв? Вы видали эту силу разрушения? Так, давай, минус еще один домик. Разлетелось. А я могу фармить опыт, не фармля вот эти штуки? Да, опыт, конечно, не фармится, пока я не фармлю ничего. У меня 19,5 уровень. Я сейчас дойду до 20-го. У меня сейчас еще буст x2 иены. Я заработал себе сколько? Сколько денег? 182 тысячи йен. Я могу уже, в принципе, не донатить никудашеньки. 20 уровень есть. Так, выходим. Продаем то, что мы нафармили. 215 тысяч. Мне кажется, нужно. Вот сейчас пришло время покупать новый рюкзак. Сколько стоит? Вот. 225 тысяч. Вот это, 120. Блю-синее божество. У нас вместимость 25 тысяч. И мы должны поехать в зону номер 20. Ну, точнее, зона номер 20. Короче, зона для 20 уровня. Где она находится? Вот здесь. Здесь какая-то космическая станция. Я уже топ-1, скажем так, мира в этой игре. Так, давай. Минус. Космическая станция. Что произошло? Ее как будто не существовало, ребят. Посмотрите, два огромных... Ооо, 21 уровень. Мы просто уничтожили. Забил рюкзак. У меня уже денег, в принципе, столько, сколько было только что до того, как я продал все это. Я продал 25 тысяч блоков, получил 100 с чем-то тысяч йен. Короче, там надо будет сейчас еще дальше прокачиваться. Уровень мы сделали 21-й. Следующая локация у нас открывается с 30-го, кстати, больше. А дальше локации нет. То есть 30-й уровень, это максималочка в этой игре. Подожди, я же могу докачаться до нее. Я могу, в принципе... Довольно-таки легко прокачаться. Посмотри, какое огромное здание. Ты знаешь, что с ним зданием сейчас будет? Ты знаешь, что с ним сейчас будет? А его просто не стало. Оно уничтожено. Оно разрушено. Его испепелили. Его просто разуничтожили. Так, смотрите, заходим в магазин, проверяем. 350 тысяч, ребята. 350 тысяч. Нужно вместимость еще. А самая большая вместимость какая? 2 миллиона вместимость. Ну, неплохо. Так, выходим с магазина. Ой, ребята, извините, я не хотел. Прикиньте, они в шоке. Кто-то зашел на сервер, увидели этот взрыв и такие: что происходит? Что происходит здесь в игре? Откуда? Читер какой-то? По-любому читер. Читы используют. На самом деле, это читы за донат, ребята. У нас такая рубрика частенько была. Называется «Читы за донат». Игра не успевает перерабатывать то, что я творю в этой игре. Все, 25 тысяч я уже забил. У меня есть 398 тысяч. Я пойду-ка себе, наверное, затарю, ребята. За сколько у меня тут на что у меня хватает? 350 тысяч. Вот, вместимость на 50. То есть у нас вместимость стала в 2 раза больше. То есть мы сможем фармиться в 2 раза быстрее и в 2 раза меньше ходить на базу, чтобы себе, скажем так, сбросить то, что мы нафармили. Рюкзак мы по-любому купим сегодня. Может быть, один из лучших. Так, смотри, за один взрыв я получил 13 тысяч. С вот этой штуки я получаю 13 тысяч блоков. Но этого мало. Давайте проверим, сколько блоков я получу с вот этой башни. Я получаю с нее 15 тысяч. А с вот этой... Еще одна башня, я не увидел. Вот с вот этой я получаю сколько с одного? 16 тысяч. И нужно осталось вот эту бабахнуть. Мне кажется, здесь будет меньше всего. Ну да, я здесь получил меньше всего. Но все равно у меня уже 250 тысяч йен. Так, в какую сторону нужно идти? Мне нужно явно идти вот сюда. Кстати, иены у нас сколько? 10 миллионов стоит 1400 робоксов. Я, понимаете, вот 10 миллионов йен стоит 1400 робоксов. За 1400 робоксов можно купить бесконечный рюкзак и не париться. Полетел. Добиваем здание. Здание уничтожено. Практически уничтожено. Давайте попытаемся в центр здания ударить. Сколько я заработаю блоков? 17 тысяч, но не полностью. Не полностью разрушил. Давайте мы попытаемся вот эту вот космическую станцию бабахнуть.
7000 блоков, да, здесь слишком мало. Но я думаю, что в следующей локации за 30 уровень мы фармить сможем еще больше. Так, ну рюкзак забит однозначно, у нас есть 450 тысяч йен или золота. Так, что у нас? Я не могу попасть в эти локации, они закрыты. Либо они только за донат, либо нужно будет повысить свой класс какой-то. Кстати, что это такое? 3 минуты 56 секунд до какого-то... Что это такое? Какое-то фиолетовое яблоко, виноград какой-то здесь у нас находится. Пацаны стоят возле этой зоны, думают, боже, что здесь происходит? Здесь какие-то армагеддоны, взрывы колоссальные. Полетело, взрыв и... Просто аннигиляция. Здание испепелено. 15 тысяч блоков получаем за это здание. Да, каждый раз по 15 тысяч. В принципе, неплохо. Это 2 выстрела, уже больше пол рюкзака. Еще один взрыв, кавабанга. 13 тысяч уничтожить. Да, лучше всего фармить вот это огромное здание. С него мы получаем лучше всего профит. То есть, смотри, даже с этого куска мы получили очень много. Так, продаем то, что нафармили. У нас 654 тысячи. Давайте проверим, сколько у нас следующий апгрейд по вместимости. За 500 тысяч 75. Я думаю, что нужно нафармить 750 тысяч. И да, 750 тысяч, купим себе рюкзак на 100 тысяч вместимости. То есть, понимаете, 100 тысяч это не 50 тысяч, это в 2 раза больше. Ну, классно, да, я посчитал, 100 тысяч не 50 тысяч. А 150 тысяч это не 100 тысяч, а 200 тысяч это на 150. Ну, короче, вы все поняли. Фармим дальше. Полетела бомба. Вверх здание. Сколько мы заработали? 15 тысяч. Да, получается, 15 тысяч это мой предел. Предел фарма. Хотя, да, 12 тысяч. Здание почему-то не респавнится, так как я хотел бы, чтобы это случилось. С этого здания меньше всего. Ой, я промазал. Пипец, я там просто по касательной. О, рыснулось здание. Давай. Какой? 27 уровень, 14. Ребята, 27, практически уже 30-ку мы себе подняли уровней. Так, идем продавать. 856, а может быть уже, может быть, не будем париться, а 1 300 000 насобираем. 1 300 000 это, в принципе, быстро насобирать, а может быть уже максимально. А сколько максимальный рюкзак там стоит, напомните мне, пожалуйста. Ладно, я сам забыл, я сам посмотрю. Давай, полетело мега шар. 2000 робоксов я влил в эту фигню. 2000 робоксов, ребята, я влил в эти шарики. Но они смотрятся безумно круто, ребята. Ну согласитесь, за такие взрывы, согласитесь, нужно заплатить за такие взрывы. Так, 28 уровень, еще два левелочка, и мы с вами отправимся в новую локу. Я думаю, что заработок там повысится намного больше. Так, у нас есть 1 100 000, давайте проверим, сколько у нас там стоят еще раз эти вот штуки. 1 300 000. Ну да, дам 30 лямов, 50 лямов копить очень долго, поэтому мы накопим с вами 1 300 000. Я думаю, еще один заходик. Купим ретро-год. Надо 1 300 000 100% копить. Потому что, ну, мы уже почти накопили 1 300 000. Потому что 150 тысяч больше, чем 100 тысяч, ну, вы все понимаете прекрасно. Поэтому здесь арифметика плохо простая. Потом мы 150 тысяч будем быстрее фармить с ними. Так, добиваем это здание. Как красиво, как мне нравится уничтожать, ребята. Вот реально, это лучший антиигра, реально антистресс. То есть вам нужен... Вот если вот сюда стреляю, получаю по 18 тысяч, ребята. P-профит, понимаете? 19 косарей, понимаете? 19 тысяч. Вот где нужно бить. Именно вот в это местечко по 19 тысяч можно фармироваться, ребята. 1 300 000 есть, по идее, мне хватает. Ну, там, может быть, округлилось и, может быть, точно не хватит. Сейчас проверим. Так, да, ребята. Да. У меня 150 тысяч вместимости, 28 уровень. Я думаю, что пока я забью себе рюкзак вот этими вот 150 тысяч, мы пойдем до последней локации. До последней локации, которая у нас за 30 уровень. Дальше я не знаю, что там будет. Так, полетели. Бум! 28-й пока что. Еще один взрыв, и мы 29-й уровни поднимаем себе. Вот где-то в это место я бил, по максималочке зарабатывал. Да. Вот он, 29-й. Спасибо большое. Давай, пошли. Сколько я зафармил? За один, ну, треть уровня. То есть за один полет этого шара я зафармил треть уровня. Это без двойного опыта. Это без буста. Ну, у меня единственное сейчас буст на иены, если не ошибаюсь. Так, 70 тысяч у меня вместимости занято. И почти 30-й. Мы продадим и зарубимся на 30-й уровневую зону. Вот она, 30-й уровень. Хорош! Давай. Уже забьем рюкзак полностью. Ну, чтобы не ходить пусто. Пипец, меня эти камни, они разлетаются по всей карте. Они меня отодвигают.
Наруто, как говорится, отдыхает сторонка со своими сирикенами, всеми остальными штуками. Я просто красиво фигачу. Итак, друзья, ну что, мы с вами сейчас апнули 30 уровень, и прокачка пошла дальше. У нас с вами вместимость 150 тысяч, и мы катимся вот в эту локацию. Вот она, зона номер 4, ребят. Четвертая зона. Что с этими домиками будет, сколько я буду с них зарабатывать, мы сейчас узнаем. Итак... 7700, а чё так мало? Подожди, а если я сейчас ударю вот где-то в это место, между домов, что произойдет? Зацеплю я... Нет, прошлая зона получается лучше. Зона за 30 уровень мне не нравится, ребята. Фу, плохая зона, посмотрите. Здесь слишком долго фармить. Ну да, 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 ребята. Слишком слабенько, слишком слабенько. Зона не для меня. То есть в 20-й локации лучше фармиться, чем здесь. Я думаю, что на этом пора закругляться. Мы с вами, в принципе, прошли игру за донат, потратили кучу робоксов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока.